Дорогие друзья, всем огромный привет! Сегодня 8 марта, всех женщин поздравляю с 8 марта! Здоровья, семейного счастья, благополучия, мира над нашим российским небом, всем россиянам Донецкой, Луганской республики, нашей семье, это наша семья теперь, и всей Украине тоже здоровья и счастья. Вот хочу поделиться маленьким роликом по поводу масел на данный момент, на 8 марта. Что происходит с ценами на масла. Вот это масла трансмиссионные. Вот так они меняются, наклейки. Вот такие были наклейки у нас, такие. Это масло в коробку передач на Ford Fusion. Вот это масло последнее. Я его купил за 1400 рублей несколько дней назад. Сейчас это масло стоит 4412 рублей. Вот это масло. Вот. 1 литр стоит 4412. С ума сойти. Вот это масло. Лубризол. Экстрим 75В90, синтетика 100%, я купил за 700 рублей сегодня. Правда, заказывал несколько дней назад на сайте все инструменты. Вот такая разница. То есть я купил 5 литров за 3500, а 1 литр стоит масло Кастрол мануал 75В90. 4412 рублей. Это я брал за 1400 где-то неделю назад. Но оно стоило где-то в районе 900 рублей. До всех вот этих вот катаклизмов. И самое интересное, что я вам хочу сейчас показать. Вот смотрите, вот это вот масло. GL4, GL5, синтетика 100%, 75В90. А вот это масло, которое стоит очень дорого, GL4 только и все. Вот это масло GL4, а наше масло город Пермь производство. Город Пермь. То есть вот это масло оказалось даже лучше, чем вот это вот кастроловское масло. Вот это номер, вот это я даже не ожидал, что вот это масло кажется даже выше классом GL5, а это только GL4. И цена, смотрите, какая цена, бешеная разница. Так что вот, дорогие друзья, вот такие цены у нас сейчас на масла. Это масло трансмиссионное, в коробку передач, синтетическое, 75В90. Переходим на наши масла, вот на этот, на Лубризол переходим. СМК продукт, город Пермь. Вот такая цена. Разница. 4412 Кастрол стоит и 700 рублей вот это масло, которое превосходит по своим параметрам. Всех с 8 марта, всем большое спасибо за просмотр, за подписку спасибо. Всем до встречи, увидимся на моем канале. Всем пока. С праздником 8 марта.